Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я расскажу вам, как обучить свою собаку акробатическому трюку «Вертись». Сейчас Голди покажет вам, как правильно выполняется этот трюк, ну а затем мы с вами перейдем непосредственно к обучению этой команде. Команда «Вертись» отрабатывается за небольшие кусочки вкусняшек. В одной руке у меня уже заготовлены кусочки лакомства, и этой рукой я буду показывать собаке нужное мне направление. Одновременно с этим я буду проговаривать собаке новую команду «Вертись». Укладываем собаку на пол, говорим «лежать». Потом руку заводим как бы назад за собаку, заставляя собаку тянуться за вкусняшкой. «Молодец, вертись! Хорошо, вертись!» Молодчина. Обязательно проговариваем новую для собаки словесную команду «Вертись». Как только собака один раз правильно перевернулась, то за верное выполнение хозяин всегда должен отдавать собаке вкусняшки и обязательно проговаривать эту команду, чтобы собака на слух понимала, что от нее хочет хозяин. В руке у меня зажата вкусняшка. Я показываю собаке, что у меня есть лакомство в руке. Руку завожу вот так вот в бок. Голди, вертись. Собака следует за моей рукой, переворачивается. Как только она перевернулась, я даю ей маленькие кусочки лакомства. И проговариваю эту команду. Молодец, вертись. Хорошо, вертись, чтобы собака запомнила, что я от нее хочу. Многие задают вопрос, что я подразумеваю под кусочками вкусняшек для собаки. Ответ на этот вопрос вы можете найти на нашем сайте jurysoft.ru. Там я разместила более подробный список о том, что подойдет собаке в качестве поощрительных вкусняшек. Первое время собаку обязательно нужно направлять рукой в нужное вам положение, а также подкреплять каждое верное выполнение с помощью пищевого лакомства. Голди, вертись! Молодец, вертись! В последующем, когда собака уже будет понимать суть команды «вертись», то лакомство дается собаке через раз. Голди, лежать. Вертись. Вертись. Молодец, вертись. Хорошо, вертись. Затем немного усложняем данное упражнение. Отходим от собаки на некоторое расстояние и подаем собаке голосовую команду, а также показываем ей издалека, что в руке лежит лакомство. Соответственно, как только собака выполнит упражнение, то она приблизится к хозяину и получит из его рук вкусняшку. Вертись. Вертись. Молодец, вертись. Хорошо, вертись. Когда собака только обучается, то когда вы подносите лакомство к ее носу, то есть у нас вот такие вот движения присутствуют. То есть мы лакомство заводим за шею собаки, соответственно, вынуждая ее сделать, ну, обернуться вокруг своей оси и лечь обратно на свои передние лапы. То есть издалека, когда вы будете подавать словесную команду «вертись», то также жестом можно будет подсказать собаке, что ей необходимо сделать. Вертись! 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 В конечном результате вы должны отойти на достаточное расстояние от собаки, подать ей голосовую команду «вертись», и собака должна будет добраться до вас без вашей помощи. Голди, вертись. Молодец, вертись. Хорошо, вертись. Щенок более охотно выполняет новые команды, нежели взрослая собака. Соответственно, чтобы у взрослой собаки была максимальная мотивация на выполнение новой команды, можно разучивать новые команды перед очередным кормлением. На новое занятие отводится минут 20-25 перед кормлением, ну а для собаки вам необходимо заготовить новую пищевую вкусняшку. Перед очередным кормлением собака будет голодна, а новая вкуснятина будет побуждать собаку на охотное выполнение новой команды.
Если вы начнете занятие после того, как собака поела, то, скорее всего, собака будет вяло откликаться на вашу дрессировку. Как у взрослой собаки, так и у маленького щенка всегда должна быть мотивация для охотного выполнения новых команд. Мотивация – это пищевые вкусняшки, словесные поощрения и щедрая ласка от хозяина. У собаки должно быть ее личное желание, то есть ее собственная мотивация выполнять ваши команды вновь и вновь, доставлять своему хозяину радость и моральное удовлетворение. Сегодня у нас все. Всем спасибо за просмотр. С вами были золотистый ретривер Голди и его хозяйка Елена. Если вам понравился наш видеоролик, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за нашими новыми видео, а также заходите на наш сайт jurysoft.ru. Желаем всем отличного дня и хорошего настроения. Пока!